В зале попечительского совета Казанского федерального университета прошла встреча ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина и студентов, приехавших из Томска для обмена опытом. На мероприятии поднималось множество вопросов, начиная от самочувствия приезжих студентов, заканчивая обсуждением перспектив в обмене студентами на грядущий год. Ректор отметил, что следует внести коррективы в нынешние правила обмена и увеличить срок пребывания иногородних студентов в Казани. Что мы с вашим ректором договорились, что не будем ждать, пока нам министерство, значит, организует и профинансирует эту программу по обмену. Давайте-ка мы сами ее организуем и обменяемся студентами. Поэтому с Эдуардом Владимировичем вот мы так договорились, пожали руки и вот превратили, скажем так, эту идею в жизнь. Встреча проходила в неформальной обстановке. Студентов угостили татарскими национальными сладостями и расспросили об общих впечатлениях гостей от третьей столицы России. Кроме того, каждый из них смог высказать свое мнение о формах обучения в Казанском федеральном университете, о месте проживания, то есть деревне Универсиады, а также об общих впечатлениях о городе Казань. Вас поблагодарить за данную поездку, потому что, знаете, это такая, наверное, некая разрядка перед предстоящей сессией, потому что мы сейчас приедем, и начнется. И те эксперименты, которые мы ставим у себя на вашем современном оборудовании, да, хотелось бы отметить техническое оснащение Казанского университета. Это очень впечатляет. По итогам встречи студенты из Томска поделились своими впечатлениями и проявили интерес к подобным инновациям в области программы по обмену. Обе стороны надеются на подобное сотрудничество, но уже на более продолжительный период. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.